Что, ребята, приступаем. Рисуем дельфинчиков. Делаем белый фон. Закрашиваем. Так. Немножко краска там старая попалась. Закрашиваем белым. Лист бумаги, так даже лучше видно, где замазали, где не замазали. Белым замазываем. Сверху у нас будет, берем кисточку поменьше. Сверху у нас будет чуть-чуть сиреневого и внизу. Поэтому мы вот такой сиреневый, фиолетовый, внизу капушки и вверху капушки, и внизу капушки. Вытираем кисточку, моем ее, опять вытираем. Потом нам нужно добавить синенького цвета или голубого, чуть-чуть. Можно тут побольше. И на серединке мы добавляем желтый цвет. Для этого нужно кисточку хорошо промыть, чтобы у нас желтый с синим не перемешался, иначе у нас будет такой интересный зеленый цвет вместо желтого. Так, я бы чуть-чуть добавила бы вот здесь вот красного. Так, теперь смотрите внимательно. Берем большую кисть. Можем ее тоже смочить, чтобы она не была сухой. И начинаем разводить в одну сторону. Теперь в другую сторону. Видите, у нас как получается. Теперь мы пошли к красному. Вот такой красный. Здесь мы немножко кисточку сейчас вытрем. Если поролонка, то помоем. Желтый. Внизу у нас будет, если желтый попадет, не страшно, потому что тут у нас уже начинается море. И мы переходим в сиреневый. Да, можем добавить белый или водички в кисточку, чтобы у нас все хорошо размазалось. Вот таким образом. То есть мы получили отражение. Если что-то осталось, можете белым добавить. И закрасить, растушевать. Вот такие волны будут. Получилось? Кисточку сушим. Конечно же, фон желательно подсушить. Но можно рисовать и сразу. Дельфина мы будем рисовать темным, потому что на контрасте он будет против солнца. Чтобы у нас листочек немножко подсох и приготовился к рисунку дельфина, мы кисточку макаем в белый цвет. И вот здесь, где у нас желтенькое, мы делаем такой кругляшочек беленький. Оп, много взяли. Можно лишнее убрать. Делаем кругляшок белый. Это у нас солнце. Чуть-чуть можно растушевать это солнышко, чтобы оно не было таким явным. Вот. Сверху у нас будет лететь мячик, в котором будут играть наши дельфины. Мы берем и делаем такой красивый красный кругляшок. Теперь он пускай тоже подсохнет, потому что нам нужно будет на нем рисовать красивые полосочки. Дальше мы приступаем к рисованию дельфинов. Вы можете сначала сделать это карандашом или обратной стороной кисточки. То есть наметить, где у вас будет дельфин. Потому что сразу нарисовать кистью это очень сложно.
Так как листочек у нас влажный, на нем можно сразу рисовать. Итак, чуть-чуть вверх и потом вниз закругляем, как будто кругляшок рисуем. Раз. Параллельно проводим еще. И внизу. Оп, чуть-чуть поуже. Смотрите, это пошире, это поуже. Здесь делаем один плавник. Второй плавник. И вот где у нас серединка была, рисуем носик у пингвина. Ой, немножечко не такой. Ну вот как раз мы его поправлять и будем в момент, когда рисовать. Вот у нас будет тут внизу, где-то примерно посерединке дельфина будет один плавник. И здесь будет вот таким образом второй плавник. Итак, начинаем рисовать дельфина. Для этого нам понадобится сиреневая темная краска или фиолетовая, или сиреневая. И начинаем рисовать дельфина. Красочки нужно побольше, чтобы в одном направлении, ребят. Вот так. Вот, молодцы. Теперь делаем ему плавник. Плавник можно немножко закруглить, потому что тоже у нас не акула. Делаем хвостики. Допустим, у нас дельфинчик выпрыгнул. Прямо выпрыгнул. Вот так немножко. Раз зигзагом, два зигзагом, раз зигзагом, два зигзагом. Вот такой хвостик. Вот он выпрыгнул у нас. Чуть-чуть макаем кисточку. Рисуем еще один плавничок. Верхнюю часть клювика рисуем тоже синеньким. Можно темно-синий, можно темно-фиолетовый, можно темно-сиреневый. Вот. А нижнюю часть мы, вытирая кисточку, будем рисовать белым цветом. Вдоль дельфинчика проводим и раскрашиваем нижнюю часть белым цветом. Белой красочкой. Угу. И чуть-чуть клювик. Вот такой дельфинчик. Делаем точечку. Получается глазик. Замечательно. Если вы хотите, вы можете перевернуть и нарисовать еще одного дельфинчика. Чуть-чуть пониже, но маленького. Раз. Он только что выскочил из воды. Даже хвостик у него еще остался в воде. Рисуем ему клювик, такой же верхний плавник и нижний плавник. И точно так же раскрашиваем его. Но только в этот раз давайте мы сделаем сначала, раскрасим нижнюю часть беленьким, потому что у нас на кисточке было белое. И нижнюю часть клювика. А все остальное мы закрашиваем опять темной краской, такой же, как у большого дельфинчика. Один плавник. Второй плавник. На контрастах. И сгибаем. И дельфинчик еще не до конца вынырнул. Но клювик, обязательно нужно отметить ему клювик. Вот такой дельфинчик. Он чуть-чуть дальше, еще не совсем выпрыгнул из воды. И делаем ему маленькую точечку, глазик. Оп, еще мокро. Глазик не ставится, вот так мы ему поставили глазик. Теперь, чтобы наш рисуночек ожил, нам нужно сделать мячик. Во-первых, провести такие полосочки на нем. Раз полоска, два полоска. Беленький, чтобы мы поняли, что это мячик, да, летит. Можно блик чуть-чуть добавить, чуть-чуть осветлить одну сторону. Вот так.
А теперь, чтобы было интересненько и живо, мы берем опять белые красочки, делаем ляпушки везде под дельфинчиками, потому что брызги же летят, ляпушки делаем. И жиденько белой красочкой аккуратненько постучите немножко об пальчик, и брызги у нас летят со всех сторон. Аккуратно об пальчик. Молодцы! Вот такие дельфины у нас получились. Можно поставить автограф. Я нарисую сердечко.